Ой, Люд, привет! Как дела? Как деревня, как зимы? Привет! Вот, в подвале была, картошки принесла. О, посмотри какие! О, смотри какие! Пупырки пошли! Сейчас пельмени будем делать. Ой, Люд, слушай, у меня такой движ. Я ж прошла вебинар. Чего прошла? Вебинар. Где хранить деньги? Чего? Вот у тебя активы есть? Чего? Финансы. Ну, а есть, Моненька? Можно же финансовая подушка. У меня деньги. Матрасы лежат. Что же они у тебя в матрасе лежат? Деньги должны работать. Деньги делают деньги. Чего? Смотри, учу. Ты отдаешь свои деньги в надежные руки. И они возвращаются к тебе с двойной хорошей энергией. Ты толком скажи. Кому отдавать-то я должна? Ну, а человеку с хорошей репутацией, человеку, который открыт этому миру, например, мне. Чего? Ты мне, мать, 20-ку должна за год уже! Чумок тебе в носок! Все, пока! Что-то не договорили мне на вебинаре.